Всем привет! Очередное коротенькое видео, такое прям очень коротенькое по поводу то, чем мы стрижем. В общем, можно стричь ножницами, можно стричь машинкой какой-то, либо результат у нас будет практически одинаковый, ну либо одинаковый, смотря у кого как. В общем, суть в чем: мы когда берем и стрижем ножницами, мы срезаем прядь волос и получаем какую-то форму определенную, ну, заданную нами. То есть мы делаем срезы и получаем желаемый результат. Также мы можем взять машинку и то же самое делать машинкой. То есть берем машинку, срезаем волосы и получаем тоже желаемый результат, тот, который мы хотим. Так суть в чем? Суть в том, что не суть важно, что у вас в руках: машинка, ножницы или еще что-то. У нас важно это расческа, то есть это руки. Стрижем мы руками нашими, то есть расческа. Расческа — это тот инструмент, который мы задаем форму. Все. Если вы умеете работать расческой, то вы сможете подстричь любую стрижку, абсолютно любую. То есть это самый важный и главный инструмент. Притом расческа, она не суть важна какая. Вот такая вот. Вот такая вот. Или даже вот такая вот. Абсолютно без разницы. Вы любой расческой можете подстричь. Потому что именно расческа — это основной и главный инструмент для парикмахера, который делает стрижку, условно так скажем, которым мы задаем фасон, форму и так далее и тому подобное. А как, чем вы срезаете, это уже вообще абсолютно второстепенно. На сим я с вами прощаюсь, до скорых встреч.